Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова. Я пані, а гість у мене сьогодні пан Ігор Співак. Привіт. Добрий день. Пан Ігор, нравиться, привично, називають тебе. Я перший раз слышу. Прем'єра. Да-да-да. Вот каждый человек приходит в программу и говорит, меня первый раз так назвали. И я такая, yes, я первая. Ну, хочу быть у тебя первой. Ну все, уже состоялось. Ну побудешь паном сегодня. Хорошо, пан Игорь Спивак, он сегодня у нас как фотограф. Если бы он пришел вчера, он бы тоже был бы как фотограф. И завтра как фотограф. Потому что фотограф, как он признался до эфира, это хобби, которое стало профессией, правильно? Я врал. Сейчас пойдет правда. Нет, ну да. Мы же говорили с тобой об этом. Ты себя считаешь фотографом, фотохудожником? Кем? Мне не нравится, никогда не нравилось слово фотохудожник. Ну, я фотограф. Я человек с фотоаппаратом в руках. Кем он бывает? Фотограф. С чего начинался Игорь Спивак? Он же не сразу же он там стал известным фотографом. Маленький Игорёша, он какой был? Как тебя, кстати, в детстве называли? Огирочек. Огирочек? Серьезно? Мама? Ну, это, не, любимый дядя меня так называл. Мне очень нравится дядя Юра, брат мамы. Мы недавно с ним разговаривали, у него был день рождения. Вот я помню, как он мне говорил, огирочек. Ну, это когда я совсем маленький был. Знала бы я раньше, я бы тебя так представила. Это был бы фурор, да. Ну, я была бы уже не первой, ладно. Ну, да. Где ты родился? Кто твои родители? Я родился в Сибири. Мы с сестрой родились в Сибири, потому что тогда родители были, мои родители геологи, и они по окончанию там Драгобрыжского техникума, мать была распределена в Сибири, отец себе взял распределение туда же, и вот они там... Это уже была любовь или они уже были женаты? Это была любовь. Вот я не помню детали, где там они поженились, там или позже, но как бы мы с сестрой родились в Сибири. То есть отец за мамой поехал в Сибирь. А что здесь такого? Ну, знаешь, раньше просто иначе было, да? Раньше женщины... Не знаю, это стереотип, который у тебя возник. У некоторых может быть другой стереотип, что всегда так и было, что мужчины ходили за женщинами. Ну, все равно класс. Дело в том, что как бы они были уже, они уже понимали, что они нужны друг другу. Мать просто, наверное, первая распределилась, закончила раньше. Отец... мог учиться чуть позже. Угу. Ты на кого похож, на маму или на папу? Я на маму похож больше, да. Есть отцовские черты, но у нас в семье так, в отца пошла сестра, поэтому я всегда говорю, что у нас в семье сестра умная, а я талантливый. Ты про внешнее сейчас говоришь или про характер? Ты знаешь, и внешнее, и внутреннее. Я понимаю, что во мне много, что во мне от отца, а что во мне от мамы. А как вы из Сибири перебрались в Украину? Или ну, мне был год, я не помню деталей. Ага. Сестра на 4 года меня старше, ей было 5 лет. Мне был год, когда в Харьковской области нашли газ и начали разрабатывать Шабелинское газовое месторождение. Туда, я так понимаю, туда брат отца попал первый. И, ну, это было понятно, но это был 60-й год, и там нужно было... что-то там понимать еще в политической там обстановке, я не помню, что там было. Но... Ну, то есть геологи, они примерно как военные, да, где какое-то новое место дислокации. Я бы не стал так сравнивать, да, наверное. И появилась вакансия, просто комсомольская стройка на то время в Украине. Это было счастье для родителей, потому что, ну, пожить в Сибири – это замечательно. Но они же оба были украинцы, есть и остаются. Угу. Откуда они родом? Ну, отец украинский, польский украинец, он родом из-под Кракова, там что-то, я не помню, где-то. И вот там вот в процессе вот этого переселения, великого переселения народов, Молотов-Риббентроп, когда выселяли украинцев из Польши, а поляков из Украины, то родителям повезло, их переселили не куда-нибудь там на Донбасс, а они тормознулись на Западной Украине. И я уже ездил с отцом на отцовскую родину, это Тернопольская область. Мать
материные родственники жили под Киевом, и ну, туда мы ездили чаще, туда нас с сестрой отправляли в каждое лето. Месяца по два мы там ходили босиком. И у пили. Мамы очень красивое имя, я знаю, да? Ну, тоже польская Анеля, да. Здорово. Мама жива? Жива, да. Маме сколько? Ну, 87 приблизительно, по моим подсчетам. А в душе? Ну, я люблю свою маму, и она для меня не меняется. Я вижу в ней как бы вот тот стержень, который в ней всегда был. Поэтому для меня она всегда молодая. Ну, взрослая, молодая женщина. Вы часто видитесь? Ну, я езжу к ней редко, но раза 4-6 в году я езжу к маме. Вы живете в разных городах? Да, она в Харькове. Недалеко, казалось бы, но там она с сестрой живет. Моя сестра за ней ухаживает. Угу. А я просто езжу в гости. Что для тебя семья? Вот это понятие семья, оно важно, оно формально, оно какое оно для тебя? Ну, основополагающее достаточно. Я, например, считаю, что семья – это источник твоего характера, твоих знаний, твоих умений, твоего отношения к миру. Когда я вижу невоспитанного человека, либо там хама, я понимаю, что это не улица его испортила, это не школа его не доучила, это он вырос в такой семье. Что самое главное, ты получил от родителей вот сегодня, да, ты же уже можешь сформулировать какие-то вещи там. В детстве нам часто говорят, вот ты потом вспомнишь, ты будешь благодарен, да, ну мы это мимо ушей чаще всего пропускаем. Ну да, я уже взрослый мальчик, и я понимаю, что я и вот отцу я не успел этого сказать, отец рано умер, а маме я всегда говорю там слова благодарности, потому что ну, я-то понимаю, что все то хорошее, что у меня есть там, и тут же здоровый организм мне дали родители. Uh-huh. Ну, потом меня возили на море, потом меня отдавали в село, чтобы я пил молоко. То есть родители дали тебе здоровье и еще приложились к тому, чтобы ты вырос здоровым. Uh-huh. И это вот, ну, это то огромное, за что нужно научиться быть благодарными. Uh-huh. Ну и все остальное тоже, вот характер, способности. Я как-то у мамы спрашивал, говорю, мама, а что там у нас с родословной? Потому что ну, я вижу по жизни, что мне даются так просто вещи, которых люди добиваются там, ну, годами тренировки и обучения. Ну, мама сказала, что да, там у нас ого-го. Что-то крепкий. Ты счастливчик? Ну, получается, да. Меня мама любила, поэтому как бы я счастливчик. Это, кстати, очень важный фактор, ну, да. Быть любимым ребенком. А вообще детство было суровое, жесткое. Ты знаешь, у меня как-то было все достаточно ровно. Ну, вот я вспоминаю, по сравнению со своими сверстниками, то мы жили достаточно... Ну, отец был умным человеком, и в этом пространстве, которое было там, Шабелинское газовое месторождение, он нашел себе место достаточно высокооплачиваемое, чтобы я вырос в достатке. Вот так скажем. Ну и мать тоже работала там же. Угу. То есть вот как-то... это же было советское время. Там нужно было чего-то стоить для того, чтобы чего-то добиться. Это же мир капитализма, он немножечко по-другому устроен. Я не говорю, что плохо, но по-другому. А вот в те далекие советские времена, которые я, кстати, не очень люблю, ну, вот если меня будут спрашивать, как ты относишься к СССР, то ну, я бы сказал, что ну, никак. Ну, как, все было отлично, ровно настолько. Ну, на самом деле, наше детство к совку, оно ну, не имеет никакого отношения, кроме того, что оно по времени с ним совпало. Детство могло совпать и, там, с Холокостом, и с Голодомором, и с чем вот угодно, здесь правильно? Я не согласен. Другое дело, что как бы... как нет? Мы там родились, Оля. Мы имеем конкретное отношение именно к совку. Ну, мы же любим не совок, а любим детство. Конечно, правильно? Конечно. Ну, ты там в 5 лет, ты понимал, что есть какой-то там Леонид Ильич, ну, или я, там еще я тебе скажу, там, да? Что у меня даже, вот я четко помню, как у меня было первое такое антипрограммное заявление. Я тебе серьезно говорю. Знаешь, почему я помню? Вот я сейчас понимаю, ты первая, кому я. Ну, мы договорились, что в некоторых местах мы с тобой друг у друга первая. Вот ты первая, кому я говорю. Я помню это, потому что я в детстве любил двух людей. Отца и сестру. Все остальные были статистами в этой большой истории любви. Даже вот, мама? Да. Ну, там-то немного было, мама и бабушка. Семья была небольшая. А, ну, вот,
И когда мы, я помню, где мы географически находились, и была весна, и было какой-то очередной день рождения Владимира Ильича Ленина, понимаешь, что это был большой праздник, да, там, понимаешь. И мы стоим с сестрой, нарядные, ждем, а где-то нет родителей, и мы ждем. И со всех радиоточек там несется какие-то коммунистические песни. И я спрашиваю у сестры, а что это за Ленин такой? Что это за... Что о нем постоянно? Вот этот вот сыр-бор. Сестра на меня шикнула, сказала, ты что? Хотя, казалось бы, 60-й год. Сестре там было, если мне было там 5 лет, допустим, я помню, ну или 7, да, 6, может, 7 там, лет. То есть сестре было 13 лет, и мы жили, я не помню такого, но она на меня шикнула и сказала, не смей так больше говорить, ты что? А если нас кто-нибудь бы услышал? То есть ты еще не был октябренком тогда, еще ты не проникся этим движением? Вот, да? Но вот этого шика сестры было достаточно для того, чтобы я больше не проявлял свое негативное отношение к тому, что вокруг находится. Ну, находится и а находится. А сестра была авторитетом? Для меня большим всегда и остается. И сейчас? Ну, конечно. Хорошо. Детство, потом ты учился? Ну, конечно. После школы? Да. Чем ты занимался? Ну, там как-то очередной слом ситуации был, чем мог заниматься приличный ребенок в нормальной семье. Надо было продолжать обучение, надо было поступить в высшее учебное заведение. Ну, отец меня немножечко сломал, он был авторитетным человеком, у него было свое представление, и как бы вот он меня сломал и заставил пойти не туда, куда я хочу, а туда, куда он себе представлял. У него было некое представление о том, где мне в этой стране можно жить, а где лучше жить. Там он там типа говорил какие-то вещи, что там тебе нельзя, туда тебе, я же тебя знаю там. Но в конце концов он подавил моих желаний, и я поступил в Харьковский политехнический институт, который благодаря ему же и закончил. А хотел куда? Ну, я хотел же что-нибудь рисовательного там. Хотелось мне в строительный институт, на архитектуру что-то мне тянуло. А ты рисовал? Ну да, но без фанатизма. Ну, нравилось. А кем ты хотел быть в детстве? Помнишь, были какие-то там мечты? Ну, детские мечты, Оля, кто их, все мальчики хотели быть трактористами и космонавтами. Это ж, это для тебя я секрет? Я представляю тебя на тракторе. Да, ты про не тракториста понимаешь. Новость. Это когда... Нет, ты же не понимаешь. Мальчик, 4 года тебе или 3 года, тебя отпустили во двор, ты стоишь во дворе, и тут вдруг, о, праздник, заезжает трактор и экскаватор. Это все пышкает, копает землю. Для 4-летнего ребенка это праздник, который запоминается на всю жизнь. А, я вспомнила, у меня сын хотел быть водителем бетономешалки, потому что бетономешалка, она красивая. Конечно, вот это все это грыло. А эти мужики, которые подходят, вот он с сигаретой, он ставит, он закуривает. Это же бог, ты понимаешь. Мачо. И ты понимаешь, что когда я вырасту, я обязательно куплю себе такую фуфайку и буду курить Беломор-канал. И вот именно так. Ой, хорошо, что твоя детская мечта не сбылась на самом деле, потому что... Чего? Я очень много... Там мы сейчас с тобой... Очень много Беломор-канала я выкурил в своей жизни. Не разговаривали бы мы с тобой сейчас точно. Чего? Или не об этом. Ну да. Хорошо, закончил. Стал ты кем? Инженером? Ну да, инженер электронной техники мне дали... Работал по специальности? Ну да, я пришел. Ну, я уже тогда был взрослый, у меня уже тогда семья была, у меня уже ребенок был. У меня уже как раз к тому моменту жена была беременная вторым ребенком. И вот это все вот там распределение, меня распределили на завод, на котором я начал работать, а мне сделали предложение. Говорит, вот на такие деньги ты можешь пойти в КБ. А завод был, как все в Советском Союзе военное. Секретчик мне сказал, когда тебя будет спрашивать даже жена, ты должен ей сказать, что на твоем заводе производятся заправщики, бензозаправщики для самолетов гражданской авиации. Запомни, гражданской. А в цеху, на крыше цеха, большой такой составной цех, куда я ходил пить газированную воду, был слоган «Войдем в 21 век без войн и оружия».
Это был такой большой составной цех, выходящий торцами, и там была вот такая... Вот я туда ходил пить газированную воду, и в этом цеху делали вот такие огромные корпуса для авиационных бомб. Жене так и не сказал? Да, о чем ты говоришь? Конечно, сказал. Чтоб я им... В тот же день? Секретчик. Я же к тому моменту уже относился к Советскому Союзу так, как к нему можно было относиться. А тебе сколько лет было? Ну, я уже, когда я закончил в 87-м году, мне было, или 88-м, мне уже было 28 лет. Меня выгнали, я послужил в армии, поработал на производстве. То есть в армии я сложил свое представление о системе очень четкое. Поэтому испытывать иллюзии служил, и бояться... В армии служил, тут не смеется, это правда? Не факт. У всех были... В то время была разная армия, как и сейчас наверняка. У тебя была смешная? Ты знаешь, нет, это самое... Не смешная, далеко не смешная. Я ее прошел, потому что я туда попал в 21 год. С задержкой на обучение, на там работу. Я уже как-то состоялся как личность. А людей, которые туда попадали в 18 лет, ну, нужно было быть очень серьезными по характеру, чтобы не сломаться. Я был в той армии, когда я это понял позже. Ну, я как бы попал, куда попал, туда и там и стоял. Ну, так стоял, ты как нужно было. Ты уже был не огурок. Ну, да. И там нельзя было быть мягким. Там нужно было быть жестким. Ты же реагируешь на жизнь так, как реагируешь. А когда я уволился, пришла гласность, начали писать ранее непубликуемых писателей, а я попал в закрытый социум, где у меня была возможность подписать, ну, то есть в Харькове я не мог подписать там журналы, которые меня интересовали. А когда я приехал на этот маленький поселочек, то оказалось, что там квота, ну, что на эти 15 тысяч можно выписать журнал «Неву», журнал «Москву», журнал «Новый мир», «Химия жизни». То есть было по одному изданию всего, но никого в этом поселочке это не интересовало. Когда я это выяснил, я подписал все, потому что меня это интересовало. Я помню, как со мной здоровалась. Это отдельная история. Здоровалась почтальон, потому что там было два почтальона. Маленький поселочек, две школы и две почтальонши. Одна носит газеты туда, другая носит туда. И у них же тоже социалистическая оплата. Кто выполнил по подписке план, кто не выполнил. Ну, ты был богом в ее глазах. Да, я подписал все, я перевыполнил план одной из них, ну, на 200%, поэтому у нее было, ну, жирные все премии, все 13-й, а вторую это, наверное, это я потом уже понял, потому что, ну, такое. А вот, и я, когда я прочел Варлама Шаламова «Лагерные повести», или как там у него называется это, он произвел на меня колоссальное впечатление, но я понял, вот почему мне так легко заходит... Вот когда я читал Толстого... Диссидентская литература, нет, да, скажем да, так? Когда я читал Льва Толстого... «Война и мир»? Нет, «Севастопольские рассказы». Угу. И там он пишет о войне... русско-турецкой войне. Вот для меня было непонятно, он был несколько косноязычен, потому что такие редуты, что такое редут, эти ядра, которые это взрывают. Архаичная лексика, такое, да. А вот Шаламов во мне вот так настолько природно зашел в понимание быта и происходящего в лагерях сталинских, что я подумал и понял, что я служил в армии, которая была вот пронизана духом. Не зря ты в Сибири родился, не духом. Зря. Да, наверное. И все не так просто. Вот тоже. А в армии ты где служил? Я в Чите служил. Да, ну тоже да. Места такие. Да, да, повезло. Ну, хорошо, да, послужил, увидел. И вот в армии я именно понял суть происходящего в стране, потому что я там служил в разных местах, в конце концов это был штаб полка. Ну, я сложил представление, ну, еще обладая теми качествами, которыми меня наделили родители, я увидел всю систему изнутри. То есть критическим мышлением, ну, вот в том числе, дома, да, было, да. Хорошо, да? Да. И я тогда подумал, что вот, понимаешь, если вот то, чем я здесь занимаюсь, вот там называется отдать священный долг своей родине, то что ж тогда моя родина, понимаешь? Если тут вот та чушь и ерунда, и вот тут беспредел, вот которым, и есть тот которым долг, да? Да, вот это есть отдача долга родине, то что ж тогда моя родина составляет? Ну и оттуда я видел, как бы лживость вот этих всех посылов, служу Советскому Союзу, понимаешь, где там воспевалось, там, когда
вот приходила, еженедельная передача, интервью у матери, которая говорит, моего ребенка не взяли в армию, а я как так, вот из-за плоскостопия мой ребенок не пойдет отдавать священный долг родине, к нему все будут относиться как к человеку, который не служил в армии. Я пошла к военкому и настояла, чтобы он призвал моего ребенка, а мы с Витей такие, ну, собираемся куда-то там идти, уже было ближе к дембелю. И, ну, что можно было продумать про эту святую женщину? Дура! Дура! Взяла и испортила своему собственному ребенку жизнь, опираясь на нелепое. Ну, это же была пропагандистская машина, ты понимаешь. Слушай, а сейчас перескочу. Ты же, вот когда ты уже стал фотографом, и уже сейчас, и уже в Украине началась война, ты же участвовал в проекте, да, социальном, да, ты фотографировал бойцов с мамами, с женами, мам бойцов. Там была там очень пары, большая программа. 3 года мы снимали ребят. Это Шулика Наташа придумала. Вот это ее проект был. Он мне был очень близок, потому что ребята, которые... Я туда-то пошел именно потому, что... Ну, мне не нравится там политика наших властей. Мне не всегда... Я с ними согласен. Но люди, которые ответили на призыв времени и не побоялись, и пошли отстаивать... Ну, то есть вот это уже священный долг или что? Вот с этим нужно разобраться. У меня много вопросов. Ты же видишь, сколько людей погибло? Во имя чего, скажи? Ну, давай не будем об этом говорить. Политика – это такое дело. Ну, я просто хотела узнать. Для вот тебя ребята, вот то, которые... что ты тогда видел, этих мам, да, пафосных, и вот это, оно перекликается, коррелируется? Нет, я не вижу. Я не вижу здесь переклички, здесь абсолютно другая позиция и мам, и властей, и сам конфликт немножечко другой. А тогда даже не было конфликта. Тогда же было просто состояние, как бы, а здесь именно война. И ребята, которые не побоялись и пошли на фронт, и, ну, это вот именно они, к ним никаких претензий вообще, одно уважение и... Хорошо. Как ты стал фотографом? То есть ты там побыл инженером, ты поработал на закрытых предприятиях. Ты уже тогда фотографировал вот в эти 28 лет, когда у тебя наметился второй ребенок? Да, меня увлекла сама... Ты знаешь, наверное, это все из детства, потому что там тот же мой первый фотоаппарат, это отец купил в 56-м году фотоаппарат, когда родилась сестра. Он купил хорошую камеру и для того, чтобы, ну, Сибирь, чем там заниматься там. И дома лежит там 2 рулона пленки, это старая архивная такая закладка, где написано «Оксана Мала, Сибирь» маминым почерком. Отец много снимал. Родители украиноязычные у тебя были? Да. Ну, отец свободно говорил на... Абсолютно свободно переключался с русского на украинский. У меня нет, я вырос в русскоязычной среде. У меня был скандал всегда, когда меня отвозили на 2 месяца в деревню, то там меня 2 дня дразнили москалем, потому что мне нужно было 2 дня, чтобы переключиться и размовлять украинскую мову. Mm-hmm. Украинская мова є моя рідна мова, але я, ну, а потом 2 дня меня назад, когда меня привезли назад в Харьков, под Харьков, меня 2 дня друзья дразнили хохлом, потому что мне нужно было эти 2 дня на перестройку. И до сих пор, ну, я могу как бы говорить, я почему с тобой не говорю на украинском? Потому что это будет, ну, достаточно... Ну, я сама переключилась, да, поэтому я знаю Но это. Ты легко переключаешься. Я смотрю, как ты владеешь, потому что ты пользуешь его. А я как бы, ну, вот только сейчас там начали заставлять в колледже, к которому я приписан, там говорить по-украински, потому что я... Співак, ну ми ж з тобою говорили, що тобі все легко дається, ти зможеш, аби була легко, потреба. Так, да. Мені треба прочитати одну книжку на українському язикі, щоб... Хорошо. Как же ты все-таки стал фотографом? И ты помнишь момент, когда все остальное, вот оно ушло, и ты остался только... Ты знаешь, это было плавно. Я тебе скажу, что это было плавно. Взял я в руки фотоаппарат в классе в 8-м. С тех пор его свободно пользовал. Ну, и чем дальше, тем лучше. Нигде вроде бы не учился, но эмпирический подход, он мне свойственен везде, и в фотографии он как бы был главным, потому что тогда-то и с информацией было слабовато. Но как-то вот меня увлекло это дело, и там я
В армии это же отдельная песня. Мы же как мы только развлекались в армии. Конечно, дембельский альбом был. Я приехал без дембельского альбома, но я был популярен уже в армии. Меня звали специально поснимать. Там звонят ребята с батальона, это был учебный танковый полк. Угу. И я помню, как звонят: «Спивак, мы за тобой машину послали, приезжай». Они 72-ку на Колейном мосту поставили на бок. Ну, то есть какой-то... Надо запечатлеть, да? Колейный мост, да. Это вот, ну, и если ты неправильно заходишь, то можно повалить машину на бок, перевернуть ее, как угодно. И кто-то из курсантов, хотя было даже не так, дембеля захотели договорить, говорит, мы позвоним. Офицеры уехали на обед, мужики загнали 72-ку, в соседнем полку были 72-ки, у нас были только 54-ки. На Калийный мост и повалили ее вот так. Говорят, Спивак, приезжай, мы за тобой машину послали. Я выхожу, сажусь на машину, меня везут там 6 километров до этого. Я выхожу, фотографирую, а пацаны на поваленном танке с дембеля, ты понял? Я успел сделать этот снимок, тут приезжает комдив сразу, крики там, все дела. А кто больше любит позировать, мальчики или девочки? Нет, мальчики труднее. С мальчиками всегда труднее. Мужик в кадре... Не, ну когда они сами хотят, они будут позировать. А там знаешь, даже... на охоте, не, там, не, знаешь, на рыбалке, не, ну, там, ну, свои, да, подвиги, не, там, ну, все. Да. А вот в студии, наверное, да, уже, да? Это ж, да, это когда возникает необходимость поснимать. А это природное или это воспитание? Вот с мальчиками труднее. Я думаю, это гендерное, понимаешь? То есть мальчик должен быть более сдержанным, там, ну, мужчины, солдаты всего. Не плачут, и, там, все, ну, дела, и, да? Ну, мужику мало свойственно, ты же обстрани внимание, сколько мужчина проводит перед зеркалом, сколько женщина проводит перед зеркалом. Слушай, ну в природе-то в дикой не так, у павлина всегда хвост. Малыш, ну мы же и говорим о... А в средние века вспомни, какие мужики животных. Были, да, какие были, а? Фанфароны там. Ну, страшное дело, женщины были гораздо скромнее. Мужику надо было, чтобы его выбрали. А потом как-то так наоборот все случилось. Ну ладно, это... Ну это да, тут я не специалист, мы можем, ну, с тобой вот об этом говорить. Ну ты по своему эмпирическому опыту знаешь, что с мужчинами... Гораздо труднее, да. А есть такие вот у тебя модели любимые, которые вот органично зашел в кадре и все, и... Ну это люди с другим отношением к этому самому, к происходящему. То есть это внутреннее. Вот Большака легко будет фотографировать, Добарина легко фотографировать. Если мы говорим о мужчинах, то человек с фотоаппаратом, я легко фотографируюсь. Потому что я-то понимаю, что происходит. Я могу не любить этого, и мне не нравится свои. Мне уже нравятся мои изображения, потому что я научился их принимать. Я давно с этим сталкиваюсь, и я принял свои изображения. Поэтому я нравлюсь себе на всех своих фотографиях. На самом деле, нравишься ты или не нравишься, это не вопросы, плохой фотограф или хороший. Это вопросы отношения фотографируемого к своему изображению. Так вот... Вот легко снимать профессионалов камеры, потому что люди знают, как тяжело снять человека, и могут переигрывать. Я иногда переигрываю. Но ты понимаешь, что человеку, который тебя снимает, нелегко. Поэтому ты уже хочешь ему помочь. Выставке, которая вот была у тебя, да, по двум проектам, «Парный портрет» и «Форбс», я задавала всем вопрос, узнаваем или работа Спивака, все сказали «да, безусловно», да? Ну, все оценили их по-разному. Кто-то просто вот, ну, интуитивно, да, это всегда харизма, это всегда там человек, это всегда... Вот. А профессионалы говорили, Наташа говорила, например, что это всегда жесткий свет, это утрированные какие-то, значит, вот детали, там еще чего-то. Когда ты стал узнаваемым, ты знаешь? Ты этого добивался или это само собой? Оля, это не мои, это вопросы не ко мне, я не способен оценить. Я понимаю, о чем ты говоришь, но мне задавали этих вопросов, и я до сих пор отвечаю одно и то же. Я свою фотографию вижу как нормальную. И она для меня однозначно и узнаваемая, потому что я на нее смотрю. Ты ее сделал, изнутри, конечно. Я ее делаю. Ты узнаешь других авторов, например? Ты можешь сказать, что это фотография там Милова, или там Рязанова, или там Дубильера, да?
Ну, у каждого есть свое, да, да. То есть ты все-таки смотришь на них как, ну, как фотограф. Ты видишь какие-то вот сразу фишки, нет, да, технические? Нет, я тебе говорил о восприятии моем личного. Я не могу тебе сказать, насколько я обладаю... ну, почерком. Почерком, да. Потому что для меня моя фотография нормальная. Это для вас она ненормальная, и поэтому вы ее узнаете. Вот это надо спрашивать там людей, которые смотрят на нее. А я-то не могу, я не могу ее оценить на предмет, хорошая она или плохая. Не, никто же не говорит, хорошая, плохая. Она говорит, вот узнавал. Например, кто-то любит ракурсы там определенные, да, кто-то любит вот, там, Оля, какой-то это... цвет больше в там, фото, там, он его усиливает, кто-то там узеленяет там, или там украсняет, я не знаю. Да. То есть вот, ну, не хватает человеку вот, зрительно этого. Вот что ты любишь в фотографии? Ну, тут ты, опять же, я же не критик, я же фотограф. Тут же еще надо... Я многого не понимаю в фотографии вообще. Я ты, к ней отношусь как ты к не своему... учился, да? Вообще не учился. А где можно было учиться в Советском Союзе? В комбинатах бытового обслуживания или где? Ну, может быть, в институте кинематографии там, может быть, где давали фотографии как... Ну, то есть вот эта композиция, там вот это все, нет, этого, это все интуитивное, все природное. Нет, Оля, значит, не учился, мне этого не преподавали, но я читал, ну, такие вещи. Когда ты постигаешь какую-то науку, какую-то, ну, ты же, процесс обучения неизбежен, ты же сталкиваешься с вопросами, которые тебе надо решать. Ты слышишь, что они есть, и ты начинаешь их разрабатывать. И масса, на самом деле, она была труднодоставаемая, но было много литературы по этому поводу. И просто нужно было все это как бы прочитать. А и... ты на кобылы ездил, извини? Ну, конечно. Пожалуйста. Ну, не именно, нет, я не имею в виду те кобылы. Не-не-не. Да, мне повезло, как бы я из... Я им называю другими вещами. Я там по детским садикам, по школам, там, понимаешь, ну... По массовым халтурам. Да, да. Вот эта вот халтура, она... Ну, а что было делать? Свадьбы снимал. Одно время даже можно было не ходить по садикам, потому что была такая ниша, свадебная фотография. Мне она удалась легко. И на свои две деревни, в которой я был, у меня была запись на свадьбы. Там 150 рублей стоила свадьба. А что так дорого? Ну, потому что... Ну, я считаю, что свадебная фотография должна быть. Я давал 100 фотографий, 18 на 24 черно-белых на следующий день. А нам так много не надо. Ну, идите к другому фотографу. Вот такое было отношение, понимаешь, у меня. У меня было свое представление. То есть ты себе цену назначил. Да, и люди приходили, потому что, а где тут? А, вот это ты, тот, про которого говорили. Дорогой. Вот. Другое дело, что я быстро насытился этими деньгами, потому что свадьба – это же всегда одно и то же. Это обязательно их две шутки. На каждой свадьбе есть самый искрометный весельчак. Как минимум один, а как правило их два. Один задает вопрос, когда ты делаешь им общую фотографию. Один спрашивает, а ты крышечку снял с фотоаппарата? И все при этом неизменно смеются, как оригинальнейший из шуток. А второй спрашивал, а ты зарядил туда пленку вообще или забыл? И все опять же смеялись. Ну, как бы, ну, тем не менее, это вот то... Ну, и стандартная программа в «Березках». На ладошке, ну, понимаешь, ко мне на тогда руках. Тогда ко мне приходили все именно потому, что я как бы я вывел из репортаж из обычной струи. Я помню, что мы там какую-то свадьбу мы снимали дочери директора автотранспортного предприятия. Где? Ну, в столовой автотранспортного предприятия. Логично. Ну, я говорю, ну, там, после первого стола выйдем, я вас поснимаю в «Березках». А сам вышел покурить, а смотрю, а там парк машин стоит, ну, кразы. Что такое месторождение газовое? Это спецмашины. Это сумасшедшие там вот такие вот нагромождения, все это, краны. Все. А тут директор, стоит сторож, которому директор сказал, что этому можно все. Поэтому я... А у этого глаза разгорелись. Я вывел молодых, посадил их на этот крас, она растягивала это платье. Потом мы сняли... Ну, то есть эти фотографии кардинально отличались от всего того, что было на этом рынке до моего появления. Поэтому... И это было такое, знаешь,
диви, ти диви, він їх на трактора посадив, ти диви, так диви. Понимаешь? Ну и как бы люди потянулись и... Это еще где было? Это не в Днепре еще? Это до Днепровская моя эпопея, да. А как ты оказался в Днепре? Ну, опять же, мы там кобылки эти возили, ходили. Мы ездили одно время, как мы оказались в Днепре. Как мы оказались в Днепре? Забыл. А, да, мы ездили в это самое, в... Тогда мы ездили в Белгород, уже мы отстреляли, мы ездили в Курск, мы отстреляли весь Курск, у меня уже тогда была команда, мы ездили вчетвером, втроем, потом четвером. После Курска мы с Сергеевичем полетели в Мурманск, передавали работу в Харьков самолетами Аэрофлота, раз в неделю летал. Кошмар. Самолет из Мурманска в Белгород. В Белгород приезжал Димчик к трапу, забирал у человека там 10 пленок, вез в Харьков, печатал их по росписи этот мешок приходил к трапу в Белгороде, кого-то просил передать. Мы приезжали, кто-то из нас в Мурманске, к самолету, снимали это. Налаженная система, слушай. Ну, конечно, любую систему можно построить и в ее рамках работать. Вот, а после Мурманска, там я поехал в Геническ разбираться, потому что я понимал, что лето будет пустое. А команда, мы такие договорились, куда? Ну, Донецк был уже под Харьковом давно, в фотографическом плане. Там, Харьков был очень таким, и мы что-то решили, Сергеевич решил, давай, говорит, в Днепр поедем. Ну, говорю, едьте куда угодно, а я поеду. Из Геническа я приехал в Днепр. И ребята уже тут снимали без меня, наснимали, так, ну, как всегда, ерунды, пришлось все переделать. Ну, таким образом я оказался в Днепре, а потом как-то весь рынок рухнул окончательно, все поменялось кардинально. И вот на тот уровень моего развития уже назад в деревню возвращаться было нельзя, и нужно было где-то висеть. Где-то там осваиваться в каком-то городе. Днепр на тот момент мне был территориально дальше, но по знакомству как бы я уже обрел некий костяк работ, за которые я мог бы зацепиться. Поэтому я вот и зацепился за Днепр с тех пор. То есть это был такой прагматичный выбор на самом деле, да? Ну да. Ты авторитарный фотограф? Нет, абсолютно нет. Как фотограф может быть авторитарный? Что ты имеешь в виду? Ну как, пришел человек в студию? Нет, только в красном, только так, только сяк, и все, и никак. Все, нет, все, вышел следующий. Зависит от задачи, кто ставит задачи. Нет. Даже там, где я выполняю поставленные собой задачи, опираясь на каких-то людей, то я всегда командный. Цифра или пленка? Ну, мы живем во время победившей цифры, но я очень люблю пленку. Чем она хороша? Ну, у нее много достоинств. Хочешь, будем говорить об этом, но я тебе скажу еще, кроме всего прочего, я же давний фотограф. Я очень много времени провел именно в аналоговой фотографии, и мне этого не хватает. Во-первых, там другое отношение. У тебя нет главного. Людям, которые не снимали на пленку, трудно объяснить, почему это хорошо. Потому что для людей сделать фотографию и оценить ее на мониторе – это норма жизни. А как себе представить ситуацию, когда у тебя нет возможности? Я снимаю на пленку, потому что это очень сильно возбуждает работу головного мозга. Ну, это более ответственно, наверное, да? Нет, нужно учесть гораздо больше факторов умозрительно. Потому что, опираясь на цифры, очень просто. Ты сделал ошибку, увидел сразу картинку, откорректировался, сделал еще раз. На пленке ты увидишь свои ошибки только после проявки. Ты из фотографов, которые делают много кадров, потом выбирают, или ты можешь сделать один, два и достаточно? Ну, я и тот, и другой, на самом деле. Это зависит от конкретных целей, задач. Но ты можешь попасть с первого раза?
Да. И когда я снимаю Добарина, мне достаточно одного. Мы я смеялись давно. Вот Глеб приходит, такая компания. Давайте снимем вот это. Я строю, становится. Я смеюсь, ха-ха-ха, всем спасибо, снято. То есть зависит от человека, задачи, конечно, от всего. Множество факторов должно сойтись. И это не так сложно на самом деле. Когда ты в теме... Оптика решает? Да, это очень важно. Это главное. То есть все-таки на спичечный коробок снимать... Некоторые вещи можно снимать и на спичечный коробок. Есть люди, которые этим занимаются. В этом отдельный кайф. Но я его не понимаю. Качество камеры, техники, оптики очень важно. Очень важно. То есть можно быть слегка криворуким, но оптика решит нет. Или нет? Если ты криворукий, то лучше не подходить вообще. К хорошей технике лучше не подходить. И к плохой тоже. Да, это уже такое дело. Ну, можешь заниматься чем угодно. Криворукие, как правило, этими занимаются. Чем угодно, понимаешь? Ты говоришь, когда ты говорил вот о разговоре с мамой, ты сказал, что тебе все удается легко, да? Ну, это я в разговоре с мамой это говорил, да. Я задавал вопрос, чтобы она поняла его так, как мне хотелось. Ну, а тебе действительно многое дает цель? То есть ты можешь сейчас уже оценить, что какие-то вещи на тебя прям, ну вот, с неба падают? Ну, я же не просто задавал этот вопрос. Я тебе скажу, что вот лет 45 мне, я что-то вот проснулся, и я помню, и я вот физиологически ощутил сожаление о том, что я так мало учился в школе. В школе я вообще не учился. Я учился тогда, когда вот в 9 классе я увлекся рок-н-роллом, начал слушать там «Голос Америки», мы красили и слушали. В деревне не было доступа к дискам, там, к записям. Но мы с Серегой расшарили этот самый FM-диапазон, не FM-диапазон, а диапазон коротковолновых передач. И там «Голос Америки» давал Юрий Осмоловский концерт популярной музыки 1.2, и нам понравилось вот это все. Pink Floyd, Deep Purple, это было кардинально, нам казалось тогда, другое, чем то, что мы видели в советской эстраде. Мы очень увлеклись этим процессом. И мне стал интересен английский язык, и я начал проявлять себя как ученик на уроках английского языка. До этого Светлана Шакирова всегда пыталась апеллировать к моему вниманию, а я сидел с Толиком Таранученко, он мне что-то бубнил очень неинтересное. А я сидел, нужно же было заниматься, уже было учить слова. А что ты учил? Ничего. Поэтому ты был двоечником. А Светлана Шакировна видела как бы во мне другого человека. И она говорила, да, Спивак? Да. И тут вдруг Спивак начал... Я в 9 классе единственное домашнее задание делал по английскому языку. Я сказал, Толик, подожди, и начал слушать Светлану Шакировну. И приходить домой и делать уроки по английскому языку. Все, что я делал в школе и пошло, вообще. И пошло. Ну, как бы да, я по английскому языку, я поднялся за год достаточно высоко. Светлана Шакировна мне поставила 5 баллов, говорит, на пятерку ты не знаешь в конце 9 класса. Она была строгая. Но, говорит, я вижу ту динамику, которую ты показал в этом году. Если ты не сбавишь роста, то в 10 классе ты догонишь по знанию своих соучеников-отличников. Это будет честная пятерка. Да, ну тогда мы сдавали в 9 классе английский язык. Вот это единственное, что я делал в школе. Все остальное я там списывал на переменках. То есть я ничего, палец о палец не сделал для того, чтобы довалить в себя больше знаний, чем те, которые не пролетели мимо на уроках, на которых мне все-таки приходилось быть. У меня есть корона виртуальная. Вот представь себе, что я сейчас там достану. Виртуальная, Оля? Я вижу ее постоянно. Тебя где не видно, тогда на тебе всегда виртуальная корона. Да ну нет! Я тебе серьезно не говорю. На мне, у меня есть. Как? У тебя. Подожди, объясни сейчас, что это было? Что значит на мне корона? Ну, ты человек с высоким собственным достоинством, и ты несешь это легко и природно. Поэтому эта корона не слепит. Она смотрится на тебе как уместная. Ладно, поговорим потом вне студии об этом. Хорошо. Но это впервые кто-то позволяет себе вообще в эфире такое по отношению ко мне. Слушай. Чего? Ну, потому что все обычно сидят, как зайчики, отвечают на мои вопросы. А тут бац, на тебе корона, понимаешь? Такая ответка. А, ну. Нет, это не это самое. Это же не предъява. Это наоборот, я тебя похвалил, сказал, что ты царских кровей, и корона на тебя смотрится природно. Поправлю, да. Давай.
Короче, есть у меня корона, и я прошу тебя ответить мне на вопрос, в чем ты молодец. Мы чего-то ж не знаем о тебе, может быть, да, а ты, может быть, в чем-то молодец, совсем не в том, что мы привыкли в тебе хвалить. Вот за что Спивак сам себя короновал бы? Ты понимаешь, во мне так много хорошего, что я не могу тебе выбрать что-то одно. Ну, например, ты там, целеустремленный, там, или ты, например, добрый, или ты там, хороший друг, или, или еще чего-нибудь такое. Или ты лучше всех фотографов в этом городе, ну, катаешься на роликах? Ну, потому как много у меня друзей, то дружить я умею. Вот, наверное, так. Я это понял тогда, когда вот у меня был инфаркт, и я оказался в скорой помощи, и там была общая палата, человек нас там 10 лежало. Вот ко мне постоянно приходили гости. Все друзья, а это было так кардинально много по сравнению с остальными, что я понял, что у меня много друзей. Так и да, так и немножко есть. Да. Чего ты никогда не будешь делать фотографии? Есть такое что-то вот для тебя табу? Или просто тебе не нравится, и ты отказываешься? Ты же можешь себе уже позволить от чего-то отказываться или нет все-таки? Ну да, безусловно. Я отказываюсь от того, что мне неинтересно. А табу, я специально отказался от табуирования самого процесса фотографирования для того, чтобы избежать костылей. Угу. То есть, то есть самого себя не ограничивать. Не ограничивать, да. То есть ню... Ню это не то, что нельзя, это то, что мне до сих пор нравится. Это надо. Ну, мне нравится. Обнаженное женское тело, красивая женщина меня возмущает в одежде. Угу. Ню умеют у нас снимать? Что значит у нас? Где? В Украине или в Днепре? Это так важно. Это так важно. Ну, достаточно часто... того, что есть прекрасные образчики ню в мировом искусстве. Давай говорить о... конкретно тыкать пальцем. По гамбургскому, да, счету. По гамбургскому, ну, чем мы будем говорить? Ты любишь больше студию или пленэр? Что ты вообще больше тебе нравится? То есть ты же сказал, что у тебя есть... профессиональные обязанности, да, там есть рутина определенная, ты понимаешь, что да, вот есть свадьба, есть там еще что-то, там есть политика. Нет, а нет, есть нет, то, что, нет. А есть то, что твое, да, вот то, что ты сам придумываешь. Никто тебе не навязывает, никто тебе даже там не предлагает, не пред... вот ты сам себе придумал, например. И вот, вот расскажи об этом, вот что, то, что ты сам придумаешь. Ты знаешь, ты там Оля, будешь? Я у меня как бы вот вырисовались и подобные наблюдения, потому что... с возрастом начинаешь многие вещи понимать, охватывая их. Я понял, что для меня возникают некие интересы, которые через какое-то время пропадают. Я увлекся предметным столом. Я начал собирать там разные бутылки, интересные формы. Mm-hmm. И года полтора-два, я, наверное, время от времени я ставил предметный стол, находил новые бутылки и создавал некие экспозиции, вот, бутылочные там. И это продолжалось достаточно долго, это меня увлекало очень сильно. У меня в Фейсбуке есть специальный альбом какой-то, куда я сваливал эти работы. Можно найти и посмотреть, там то ли стекло, то ли там у меня есть «Ежа и бухло», ты тоже называешь. Есть одна история, я тебе хочу рассказать. Но, а потом раз, и я охладел к этой ситуации. Вот так у меня возник тот же Forbes, да. Я как-то, вот приходили друзья, и я их вот выставлял. Потом ушло это. Я понял, что каким-то образом возникают некие интересы, которые потом организуются как проект, который вот я вел, и раз, я охладел. То есть ты тут высказался, да, пошли дальше. Причем, а как это возникает, я тебе не могу сказать. Это я оцениваю только по прошествии времени, когда оглядываюсь. Это неисчерпаемая тема. Там, пейзажный. Я тебе скажу больше, нет исчерпаемых тем, потому что время от времени хочется вернуться к каким-то. Пейзаж – это вообще это один из сложнейших, и для этого нужно быть, ну, специально организованным человеком.
Слушай, а почему люди тебя слушаются? Вот ты говоришь, я там высунулся, людей расставил, и они это. Я знаю, что ты там очень быстро, ну, мне кажется, что быстро, может, это не так, там собираешь людей на проект, там Иван Царевич убивает, фу, господи, Иван Грозный убивает своего сына, там, например, да? И люди готовы все бросить, переодеться, там, я знаю, что Света Кульбашная готова переодеться, нарисовали ей бороду, ее гримируют. Почему там, кинулись? Почему готовы? Почему люди... Это не просто, это просто, я прозвонил... соглашаются на эти вот... А что плохого ты видела? Что нет, не плохого не видела. Как тебе удается? Вот высунулся, расставил людей на снегу, знаешь как. Почему они все вот бегут к тебе? Ты магнит. Во-первых, не все, а только те, которые... Ну, я вижу, что эти люди могут сделать то, о чем я предполагаю. Это люди, которые мне доверяют. Люди, которым я могу довериться. А их достаточно много. Мы живем в хорошем городе, здесь много интересных людей. Ты магнит. Ну, наверное, где-то я... Есть мечта у тебя, как у фотографа, как у автора? Ну, скорее нет, ты не прав. Я живу в мечте. Что такое мечта? Ну, это же мечта делать то, что ты хочешь. Иметь возможность снимать то, что тебе пришло в голову. Да это, ну вот я в ней живу. Многие люди, когда видят тебя в городе, не знают, что ты фотограф. Они тебя... А, это тот смешной чувачок Карлсон, который на роликах ездит. Знаешь такое? То есть, ну, мы... я догадываюсь, что такое может быть. Такое есть. Ну, да. Да. Встретили чувачка, такой, говорю, а, так это же такая узнаваемая история сразу. Я говорю, так это же известный фотограф. Он еще и фотограф. А он как? Он ездит на роликах и прямо фоткает? Да. Я говорю, да. А ты ездишь на роликах и фоткаешь или нет? По-моему, это опасно. Нет, я езжу на роликах достаточно свободно для того, чтобы брать с собой фотоаппарат. И я как раз это именно и делаю. Потому что, и как правило, это пленочный фотоаппарат. Пленочный фотоаппарат я пользую как любитель. У меня нет еще заказов на пленочную съемку. Поэтому я беру одну из камер пленочных на... Вот как сейчас. Я часто беру с собой пленочную камеру, когда иду в город. А уж когда я еду на роликах, так точно. Есть люди, вернее так, фотогеничность – это факт или это миф? Нет, это факт. То есть есть нефотогеничные люди? Причем они сами себя таковыми считают, назначают и несут эту нефотогеничность. Фотогеничность – это управляемая черта. Серьезно? Что значит серьезно? Ты сама себя назначаешь фотогеничной, либо не фотогеничной. Знаешь, как приходят дамы, говорят, у меня нерабочая сторона. Там, это другое, это совсем другое дело. Я всегда спрашиваю, я всегда получаюсь плохо. Олечка, не-не-не, вот рабочая и нерабочая сторона, это то, что я спрашиваю у модели, сразу как так она, как поставит свет, где твоя рабочая. Кто знает об этом, они говорят, и в этом нет ничего плохого. Это другое, чем нефотогеничность. Нефотогеничность – это назначенная черта, это, знаешь, это, во-первых, человек себе не нравится, а во-вторых, позволяет себе кокетничать. Понимаешь, ну, это такое. Это когда я на улице пристаю к прохожему и говорю, девушка, позвольте, я вас сфотографирую. Вот это то единственное место, где можно сказать, я не фотогеничная. Ну, если ты не стесняешься сказать, да пошел ты, я не хочу просто, понимаешь? То есть это такой вежливый отказ, я не фотогеничная. Да. А если говорят, тебя нужно сфотографировать, говорят, да. Либо тебе кто-то подарил сертификат, и ты уже пришла к фотографу, то говорить о своей нефотогеничности, ну, ты можешь себе только позволить, проявляя этим самым хамское отношение к фотографу. Если ты не фотогеничная, сиди дома, не ходи. Ну ты жестокий, слушай. Ну что? Ну что значит не фотогеничность, Оля? Это что, некрасивая или как? Это ты просто себе не нравишься на своих фотографиях. Потому что в зеркале ты видишь себя по-другому. Есть у тебя кумир в фотографическом мире? Вот когда ты там вот видишь фотографию, говоришь, о, ну вот, да, это оно. Ну, их достаточно много. Великие фотографы, они вызывают, их работы вызывают у меня вот восторг все время, когда ты видишь. Их очень много. Ну, вот для примера, чтобы я вот так для самообразования пошла, посмотрела. Ну, американская школа, ну, тот же Аведон, тот же...
Вот ты задала вопрос, и у меня все их фамилии вылетели из головы. У меня с этим трудности. Хорошо, потом мне расскажешь, потом вспомнишь, накидаешь мне ссылочек. Да я тебя прошу. Я посмотрю. Не, ну мне серьезно интересно. В чем прелесть черно-белой фотографии? Все говорят, люблю ЧБ. Оно честнее. Оно честнее? Нет, нет, абсолютно. Это просто вот сейчас модно ЧБ. Когда я начинал свой путь фотографии там, как профессионал и давал услуги по... Вот тебе заказали, и ты когда приходишь, а ты можешь цветную? Да, цветная была в 5 раз дороже, потому что она была недоступна. Она была элитарным. Ну, то есть, другое дело, какое ее качество. Но ты заявила, что ты цветную фотографию продаешь, и у тебя ценник уже на нее выше. Она была дороже по производству, и она была тогда труднее. А сейчас мы живем в мире победившей цифры, где приличную цветную фотографию можно сделать с помощью смартфона. И черно-белая сразу свалилась в разряд элитарного искусства. Честных. Да, вот честнее. Тут это игры в черно-белую фотографию, они сродни с играми в нефотогеничность. Скажи мне, пожалуйста, у тебя было такое, что ты хотел завязать с фотографией? Ты понимаешь, дело в том, что я ничего другого не могу-то. Уже давно нужно было завязать с фотографией. Я же использую эту профессию как средство добывания там, на хлеб насущный, понимаешь? Так вот, она не дает мне того достатка, которого я хочу бы. Почему-то. У меня очень слабо, наверное, развиты коммерческие, гораздо слабее коммерческая жилка, чем этого требует ситуация. Ну, бывали дни у тебя, что вот когда ты смотришь на фотоаппарат, и он у тебя вызывает там отторжение, отрусение, не хочу, все, вот я не могу бы там брать тебя в руки. Нет, никогда, нет? Абсолютно, совершенно. Я иногда заявляю, что вот, ну, ты смотришь на то, как ты работаешь, хочется пойти закопать свои фотоаппараты. Нет? Ну, это шутка. Нет, Оля, нет, конечно, нет. А фотоаппаратов много у тебя? Ну, у меня большая коллекция так или иначе накопилась, и они меня все радуют. У меня даже, ну, большая часть стоит в спальне на полках, потому что я открываю и вижу этих красавчиков. Они стоят, смотрят на меня, у всех открытые объективы. Что-то меня это радует. Причем они все такие хорошенькие, старенькие, механические, они щелкают, они заводятся. Это любовь. Да. Если ты хочешь стать, ты это, вот кто-то там, зритель, да, стать фотографом, о чем ты должен знать заранее? О чем бы ты предупредил бы человека, который бы решил бы, что вот он хочет этим заниматься, что он это любит? Ну, ты понимаешь, мы же сейчас говорим о выходе человека на рынок предоставления услуг. Ну, во-первых, этот рынок сейчас... Сейчас все рынки просевшие от переизбытка предложений, понимаешь? Ну, были случаи, там, когда я говорил, там, ты реально хочешь вот сюда, вот сейчас, в то состояние, с теми возможностями. Рынок, он же еще и финансово емкий, от стоимости камеры зависит качество. А еще рынок услуг, он другой, это очень разное. Вот ты задаешь такие вопросы, на которые просто ответить нельзя. Потому что для того, чтобы дать успешную услугу, не нужно быть фотографом вообще. Нужно быть гениальным представителем фотографической услуги. На самом деле рынок же состоит из многих. Вот очень большое количество людей не видят разницы между хорошей и плохой фотографией. Для такого рынка не нужно быть хорошим фотографом. Нужно быть успешным коммерческим фотографом. Успешный коммерческий фотограф к фотографии может не иметь никакого отношения. Какой ужасный финал нашего разговора. Это не финал. Когда мы говорим о рынке предоставления фотоуслуг, понимаешь? Ты не хотел бы написать книжку когда-нибудь про Нет, то, как ты... Нет, такое желание... Надиктовать. Я бы записал. У тебя столько историй классных. Это да. Истории могу рассказать сколько угодно. Приходи с диктофоном чаще, будем пить, есть и разговаривать. Чего ты? Хочешь написать книгу? Пиши книгу. Дякую. Це був пан Ігор. І вам спасибо большое. Пан Ігор Співак. Спасибо. Фотограф, кладезь інформації. Просто дуже тепла, добра, щира людина. Ну, ти був чесний. Так нет смысла врать вообще.